Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня тема нашего занятия – сутулая фигура. Мы рассмотрели предыдущие, в наших предыдущих выпусках мы рассмотрели выступ животика, мы рассмотрели широкие бедра. А по вашим многочисленным просьбам я рассказываю о нестандартных фигурках дальше. Итак, сегодня мы разговариваем с вами о сутулой фигурке. Сюда же можно отнести фигурки, у которых широкий плечевой пояс, у которых круглая спина, у которых очень маленькие фигуры перевернутого треугольника, у которых маленькие бедра, маленькие ягодицы. То есть фигуркой сутулой сегодня мы будем говорить о той, где масса сосредоточена вверху и сосредоточена в основном в области спинки. Итак, давайте посмотрим вот на этот рисунок. Если у нас фигурка с вами обычная, вот контур обычной фигурки. Платьице мы ей шьем тоже как обычно. Низ параллелен полу, боковой шов ответственно идет вниз, и все у нас хорошо. Как только у нас фигура изменилась, посмотрите, как она меняется. Появляется вот здесь вот сутулая, длинная вот такая вот спинка, круглая спинка. Часто это бывает со сколиозом связано, с какими-то еще там заболеваниями, да? И корпус нашей фигурки отклоняется немножко вперед. Если осаночка была вот такая ровненькая, то, сделавшись сутулой, шея поворачивается к переду. И если мы на такую фигурку с выступом, вот с таким вот выступом спины, да, сразу становится маленькими бедра, маленькими становятся, вернее, ягодички вот здесь вот, да, в этом месте, и появляется слабина в ткани вот в этом месте, потому что выталкивает верхнюю часть нашего платьица, вот эта круглая спинка очень сутулая, да, большая, огромная. И вокруг этой спинки у нас появляются сзади по пройме вот такие складочки, заломчики, как бы лишняя ткань вот здесь идет, и для их устранение нужно принимать какие-то меры. И, конечно же, натягивается эта ткань по боковому шву, тоже дает вот такие вот заломы. Кстати говоря, очень часто, если мы посмотрим на готовые выкройки, которые представлены у нас с вами в промышленности, я часто наблюдаю такую картину. Вот у нас куртка. Вот у нас идет молодой человек, не молодой человек в этой куртке. Я наблюдаю эту картинку, стоя на эскалаторе сзади. Что здесь проявляется? Проявляется, вот посмотрите, что. Вот это обычный силуэт любой куртки, допустим, да, со спинки мы вид смотрим. Но у мужчин часто бывает фигура-то какая? Конечно же, сутулая. Часто такое бывает не только у мужчин, но и у женщин. И вот в этом месте совершенно нет никаких выточек. Да, выточек нет. Но что есть зато? Зато есть, вот вы обратите, пожалуйста, вот на это внимание, вот такие косые заломы, которые идут от лопаточек вниз, потому что плоский крой спинки, он дает нам вот такие вот погрешности, вот такие нехорошие явления, которые я считаю своим долгом не нужно допускать. А чтобы они расправились, что хочется сделать? Поддернуть вот эту часть вверх, но тут появляется лишняя ткань, значит, соответственно, вот здесь уходит это плечико назад, оно укорачивается, его надо удлинить, и вот здесь сама по себе будет проситься вот эта вот выточка. И вывод такой, что чем больше у нас сутулость этой фигурки, тем эта выточка должна быть больше. И вот такой внешний вид, конечно, мы оставить с вами не можем, это очень плохо. А что хорошо? Нужно опять выровнять наше платьице, уничтожить вот эти вот заломчики сзади, убрать вот эти заломки и так далее, и так далее. И это будет у нас хорошо. И боковой восстановится, и не будет задираться назад. И еще кое-что мы сделаем для того, чтобы убрать лишнюю ткань вот в этом месте. Итак, нам понятно, как работает обычная выкройка для сутулой фигуры. То есть пользоваться ей нам нельзя. Еще разочек обоснование этой истории, да? Посмотрите, вот это осанка обычного человека, а вот это осанка человека сутулого. Вы даже наглядно видите, что, измеряя длину до талии по переду, опять шнурочек строго параллелен полу, да?
Здесь, допустим, это 44 сантиметра. И на спинке у обычной фигурки длина до талии по спинке от высшей точки плеча у нас 42 сантиметра. И у нас разница, баланс между ДТП и ДТС в обычной осанке получается 2 сантиметра. Баланс 2 сантиметра. И это норма. Так устроено большинство типовых фигур. И вам предлагается приобрести, скачать, скопировать выкройки. Вот все выкройки, которые вы качаете из интернета, побыстрее, не вникая вот в эти все подробности, они бывают сделаны в основном на осанку обычную. Даже наши любимые блогеры, которые нам показывают очень много полезного, иногда не придают значения зачастую вот этой самой особенной фигурке. Итак, возвращаемся к нашей сутулой фигурке. Что с ней происходит? Так как корпус наклоняется вперед, посмотрите вот сюда внимательно, да? Сейчас я сравниваю вот такие вот эти вот отрезки. Это расстояние от вертикали до шеи. Смотрите, какое оно, да? Это практически наш раствор нагрудной выточки. Ну, условно говоря, да? Когда фигурка стала сутулой, вот она теперь наша шейка. Посмотрите на это расстояние. Сравните первое и второе. Что происходит с нагрудной выточкой в этом случае? Конечно, вы видите, что она уменьшается. То есть, когда появляется у фигурки сутулость, нагрудная выточка просится быть поменьше. Потому что как бы передняя часть нашего изделия, она уплощается, несмотря на то, что раствор этой нагрудной выточки может быть достаточно большим. А что происходит у нас со спинкой? Посмотрите, если вот эта часть мы можем условно взять за раствор выточки по спинке, да, то вот в этом рисуночке он наоборот, посмотрите, стал какой большой. Почему? Потому что так как у нас изменилась осанка фигурки, вот это ДТП стало 42 сантиметра, а длина талии по спинке у сутулой фигурки может быть 44 сантиметра. А отнимать надо ДТП, ДТС по-прежнему, да, для определения баланса. И получается отрицательный баланс минус 2 сантиметра. Вот такие сложные фигурки у нас иногда встречаются в жизни, и им тоже хочется сделать для себя нормальную, хорошую базовую выкройку. И поэтому сегодня моя задача таким фигуркам, таким людям с такой осанкой помочь. Переходим к построению нашей выкройки. Итак, посмотрите на левую половинку вот этого рисунка. Перед нами базовая конструкция осанки обычной и нормальной. ТТП 44, ДТС 42 сантиметра. Конечная точка плеча P1 на этом уровне, конечная точка плеча на спинке P2 выше на 1,5-2 сантиметра. Нарисована приличная пройма, все здесь хорошо, вшиваем рукавчик и вы будете довольны. Если у вас осанка, опять же, обычная. Но как только ваша осанка перестала быть обычной по каким-то причинам, с возрастом такое происходит, с болезнью это происходит, она стала сутулая. Посмотрите, что я увеличила длину спинки до 44, длину полочки я уменьшила до 42. Посмотрите, вот так было, вот так стало, как бы я подвинула свои вот эти выкройки вот таким образом. То есть я привела наши обычные выкройки к осанке сутулой фигурки. Все, что стало с проймой? Посмотрите, где точка P1 и где точка P2. Разница вовсе не 1,5-2 сантиметра. Что стало с боковым швом? Он не сходится. Понятно, что низ вот здесь мы осноровим, подрежем. Это как бы не страшно нам, да? Но сейчас речь не об этом, а о том, как оформить выточки, как их нужно изменить, как оформить плечевые срезы и как оформить пройму и верхнюю часть нашего бокового шва до талии. Потому что видите, как меняется эта картинка. Так вот, посмотрите, что же нам хочется здесь сделать? А хочется нам в первую очередь приподнять точку P1, например, да? Как мы это делаем? Или давайте нет, начнем мы сначала с точки P2. Нам хочется точку P2 опустить, да?
а точку P1 наоборот поднять, чтобы сократить расстояние между ними. А что может у нас опустить точку P2? Конечно же, увеличение раствора нагрудной выточки. Посмотрите, какой он у нас был и какой он должен стать. Но следом за тем, что вы увеличиваете раствор вот этой выточки, у вас изменяется длина плечика, следовательно, появляется вот такая вот, вот такое вот изменение появляется. Вот так пока остановимся на этом, да? То есть, увеличивая раствор на плечевой выточке, простите, да, если я оговорилась, мы с вами смещаем точку P2 влево и немножко вниз. Вот такая вот история появляется со спинкой. Но все равно разница между P1 и P2 большая. И возвращаемся тогда уже к полочке. Возвращаемся к полочке. Как мы говорили, нужно сократить раствор нашей выточки. Посмотрите, разрезаем нашу выкройку. Вот она у нас вот такая была. Вот такая она у нас была. Мы были с вами вот здесь. Разрезали эту выточку. Как бы открыли часть, уменьшили ее. Часть выточки при этом открылась в пройму. Видите, вот она, открылась часть выточки в пройму. Я уже это все подготовила, чтобы вам было видно и наглядно. И мы рисуем сейчас измененную картинку. Значит, выточка стала вот такой. Была меньше, больше вернее, стала, посмотрите, насколько меньше. А что произошло с точкой P2? Точка P1, вернее, точка P1 поднялась наверх. Вот и все. И мы подружили. Мы снова довели расстояние между P1 и P2 до 1,5-2 сантиметров, что позволит нам сделать нормальную приличную пройму. А вот этот растворчик, который здесь был, он как бы новенький, да? Мы на эту величину с вами уменьшили нагрудную выточку, но увеличили длину проймы и позволила нам эта история поднять точку P1. Чего мы и добивались. Нам нужно было подружить точки P1 и P2. Теперь P2 у нас вот здесь, а P1 у нас вот здесь. И вы видите, что расстояние между ними как раз уже сократилось. Ну а низ... Низ я просто сделаю вот так. Чуть-чуть углублю. Как бы чуть-чуть углублю спинку и приподниму полочку. И боковой шов у нас нарисуется. Вот таким образом. А на спинке он останется вот таким образом. Вот так мы изменим с вами нашу выкройку в верхней ее части. И, конечно же, остановиться на этом в случае вот такой фигурки нам нельзя, потому что если здесь идет выступ лопаток, круглая спинка, и сколиозы какие-то, и все что угодно. Кстати говоря, у меня несколько раз в жизни бывали случаи, когда здесь, ну извините, просто горбик. И вот эта выточка, она увеличивается до тех пор, она может быть и 5, и 6, и 7 сантиметров, пока вы не опустите точку P2 настолько, чтобы догнать вот эту точку P1. Конечно, уменьшаете раствор вот этой вот выточки, у некоторых она уходит совершенно в ноль. Ну что ж, так тоже бывает. То есть это зависит от того, насколько большая разница у вас между длиной спинки и длиной полочки. То есть в нашем случае спокойная история минус 2, а может быть и минус 4, и минус 5 может быть, потому что, ну извините, люди бывают разные. Так вот, верхнюю часть мы оформили, а теперь мы вспомним о том, что ведь вот здесь-то у нас тоже пусто. У нас ягодички не доходят вот до этого места. И в нижней части нашего изделия вот здесь появляется слабина.
Вот эту слабину мы сейчас и заберем. Каким образом? Сейчас я не буду уже черкаться. Вот здесь достаточно нарисовала. Я подготовила вам только вот такую измененную спинку, потому что с полочкой мы делать больше ничего не будем. Итак, на спинке у нас вот такое вот изменение. Да? И внизу, вот здесь, у нас идет слабина, лишняя ткань. Опускаем из нижней вершины вертикаль вниз. Это линия бедер. На линии бедер влево и вправо откладываем по 1 сантиметру. И рисуем вниз вот такие вертикальные линии. Это наша лишняя ткань, которую надо убрать. А раствор выточки мы сохраняем без изменения. Вот и все. Это то, что нам нужно ввести в нашу базовую конструкцию для того, чтобы мы могли посадить свое изделие на фигурку. Следующий этап в нашей работе – это изменение базовой конструкции под любой нужный нам фасон. И мы об этом с вами поговорим чуть позже. А сейчас я немножко отвлеку ваше внимание и расскажу один очень интересный случай из моей жизни. Так как живу я уже долго, позволю себе немножко вызвать у вас какую-то улыбку на лице. Итак, смотрите, мне лет 30, я только-только пришла работать в ателье. Променяла свою работу, вот это вот те особенности, которые вводятся у нас, да, я их зачеркиваю, подчеркиваю, на сутулую фигурку, чтобы создать здесь объем. Я только-только поменяла свою работу и поставила профессию программиста и ушла работать в ателье. В ателье тогда шили абсолютно все, так как одежды в магазинах практически не было, то туда шли все. И вот приходит ко мне в ателье, работала я тогда на самокрое еще, бригады у меня не было, делала свои первые шаги. На самокрое это значит сам принимаешь заказ, сам снимаешь мерочки, сам придумываешь фасон, сам кроишь и сам шьешь. И вот приходит ко мне бабулька божия, одуванчик, седенькая такая вся, невысокая, хрупкая достаточно, но очень сутулая, вот такая вот она была. И достает отрез ткани, такой габардин жесткий, темно-зеленый, такой плотный, крепкий. Видимо, это жена военного. И военным тогда давали вот такую ткань для того, чтобы они шили себе где-то форму по своей фигуре. И вот эта бабулечка приносит мне и говорит дрожащим голосом: «Доченька, шей мне платье на смерть». Боже мой, я виду не подаю и рисую ей красивую картинку. Ну, представила ситуацию, да, и какое ей платьице нарисовала. Я ей нарисовала, конечно, красивую кокеточку, какую-то вот здесь вот сделала, тут застежечку сделала, да, какую-то, здесь строчки вот такие нарисовала, ну, чтобы украсить вот это все. Тут, по-моему, какой-то воротничок я еще и там приладила. Ну, и на рукавчиках сделала какие-то манжетики, представив вот эту всю картинку. Короче, одним словом, я ей украсила вот эту вот всю видимую часть. Думаю, пусть она у меня будет, соответственно, красивая. Но когда я стала шить это платье, я поняла, что мне нужно туда вводить вот такие вот полурельефы или в средний шов по спинке отводить это все, потому что сзади нет ягодичек, и получается вот на этом месте хвостик. Но недавно мне пришлось в 3 часа ночи переодевать мою мамочку, любимую нам с Володей, и в обычную одежду. И я понимаю, насколько это делать трудно, когда происходит в семье такое событие. И я понимаю, что я не могу убрать вот это все. Это сейчас есть специальная одежда. А раньше ведь не было этого ничего. И я рискую и не ввожу ей вот эти рельефчики. Приходит моя бабулечка, надевает это платье, видит себя спереди, довольная, счастливая, уходит. Через неделю возвращается и говорит мне: «Доченька, я померила это платье-то дома». А дочка мне говорит: «Мам, а что это у тебя сзади-то за хвост такой? Как ты в этом платье в театр-то пойдешь?» Представляете, человек, приобретя вот такое вот симпатичное платьице, совсем передумал и забыл о своих первоначальных целях. Я не стала ей об их напоминать.
и схлопотала таким образом очень большую переделку. Среднего шва по спинке, по-моему, у меня что ли не было тогда, не помню уже. И, короче говоря, я помню, что я выпарывала боковой шов, рукава, вот это все я сдвигала в бок, как-то вот так вот переделывала эту пройму, в общем, посадку там вводила на лопатки, в общем, я с ним довольно-таки много низ пришлось весь переделать, намучилась. Вот такая забавная история произошла однажды в моей жизни, я запомнила на всю оставшуюся жизнь, как и что мне нужно делать. На этом разрешите с вами сегодня попрощаться, какие фасоны подойдут таким фигуркам, и мы поговорим в следующий раз. Всего вам доброго, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всегда ваша Галина Коломенко.